А этот сурикат неплохо устроился. Чего не скажешь о черепахе. Этот пес решил переловить всю рыбу до того, как ее отправят в водоем. Но ничего не вышло. Оставалось только немного поправить. Ну а теперь придется покупать новый телевизор. Жаль, в жизни нельзя просто отмотать время назад. Этот удар оказался фатальным для аквариума и для рыб в нем живущих. Этот кенгуру, наоборот, оказался настолько любвеобильным, что это даже доставило немного хлопот парню, кормившему попугаев. В этом месте не слишком безопасно плавать на лодке. Огромного бурова вместе с семейством сняли на видео, когда он рылся в мусорном контейнере. Этой женщине очень понравилась обезьянка, и она подошла к ней поближе. Это было роковой ошибкой. Нельзя доверять обезьянам. Пожалуй, это самый гениальный танцор, которого я когда-либо видел. На девочку напал петух, но школьница сумела дать ему отпор. Нечего приставать. Девушка, получившая права неделю назад, решила показать всем на дороге, кто тут главный, как только купила автомобиль. Похоже, одна из камер наблюдения зафиксировала случай паранормальной активности. Наверное, хозяин этого автомобиля – большой любитель спиннеров, иначе я никак не могу объяснить, зачем так издеваться над машиной. Этой парочке сегодня точно не придется принимать душ. Эта девушка танцевала, не выпуская из рук телефон. И, как видите, ни к чему хорошему это не привело. Этот лесоруб-неудачник чуть не разрушил весь дом, но при этом выглядит совершенно невозмутимым. А на этот раз пострадал чей-то автомобиль. Работа лесоруба сложная и опасная, поэтому нужно, чтобы за дело брался только профессионал. Эта девушка ни на миг не разлучается со своими псами. Они даже занимаются сапсёрфингом вместе с хозяйкой. По-моему, этот парень выбрал не самую подходящую поверхность для занятия со штангой. Во время ливня воды оказалось так много, что она прорвала навес и пролилась прямо парню на голову. Огромный осьминог напал на дайвера и чуть не отобрал его снаряжение. Змея свалилась сверху прямо парню на руки, но он быстро отбросил ее в сторону. Никогда не берите в руки птенцов, если не хотите иметь дело с их родителями. Этот павлин быстро показал женщине, кто здесь хозяин. А этот хомяк довольно неплохо рулит.
Эта рыба способна летать почти так же хорошо, как и птицы. Океан таит много секретов и загадок. Вот одна из самых мрачных. Откуда здесь взялся скелет? Вы когда-нибудь видели паука размером с ладонь? Да уж, не самое приятное зрелище. Многим кажется, что лифт – это укромное место. Но не забывайте, что камеры сегодня практически повсюду. Вот что значит по-настоящему тяжелый рабочий день. Этот парень просто гигант в мире кенгуру. Пока один пес наблюдал за дроном снизу, второй пес атаковал его сверху. Капитан огромного судна не сумел его вовремя остановить. И это привело к плачевным последствиям. Огромная игуана погналась за маленькой и поймала ее. Среди этих ящеров случаи каннибализма не являются редкостью.